Тутун. Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на скорый поезд номер 30. Внимание. Сообщение Москва. Новороссийск. Благодарим за внимание. Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на скорый поезд номер 30. Сообщение Москва. Новороссийск. Благодарим за внимание. Всем привет, я отклоняю город Ранская семья. Москва на рядом. Поедем на Москве, скорый поезд номер 30. Опаздываю, правда, на 8 минут. Думаю, график погоны. Вот такие озвучки. Ждем, когда придет отпуск. Это мой помощник. Ну что, привет, Егорь. Привет, Артем. Что сегодня до Новороссийска едем? Ага, на ведре-то. Ну еще поломался тут только два. Хорошо, хоть немного. Прошлая бригада график нагнала. Всего лишь на 8 минут опаздывает. Ну сейчас у нас опоздание такое будет. Ну да, все-таки стоянка большая. Ну ладно, еще есть и есть. Да, надеюсь, кухня придет в Новороссийске. Или хотя бы в Краснодар. Да, это у нас не самый куплет, наверное. Вот такой вот разговор. Поедем без остановки. У нас вошел раз по горячке. Где-то в Открытого России. Где-то в Краснодаре на Российске. Там вот в Крымске. Куда там? В Крымске. И, наверное, в Крымске. Вот так. Смотрите, ну мы же тормоза давай тут не трогаем. Да, да. Сейчас. Серега, ты на хвосте там? Да, не допусти. Хорошо, давай, да, тормоза, пробуй. Хорошо, на хвосте вот. Я нашел это на сценарий, потом будет по ходовой, не посматривать кожу. Мы будем сделать сокращенку и стоит так. Так. Ну да, это только так круто, а то это было ровно 6. Вообще мало времени остается.
где-то 2,5 минуты будет что-то сделать. Пока. Можно уйти. Ну все, давай я буду по ходовой пробегусь. Хорошо, давай здесь. Блин, тут дверь не помню. Пневматика сработала. Опускаем пневматику. Впереди 700-е. Мы поедем на четвертом пути. Ответьте в ДСП станции Ростов. Машинист, выбирай 700-го на четвертом пути. Слушаю вас. Открываем выходной через 4, зеленый. Отправляйтесь 7:27. Хорошо, открывайте мне 4 выходной и отправляю 7:27. Верно выполняйте.
Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на скорый поезд номер 30. Сообщение Москва. Новороссийск. Благодарим за внимание. Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на скорый поезд номер 30. Сообщение Москва. Новороссийск. Благодарим за внимание. Ну что там по ходовой, ты бы замечательно хорошо. Ну хорошо, не замечательно. Двери вот с моими хлопами. Ладно, больше не буду хлопать двери. Молодец. Уважаемые пассажиры, заканчивается посадка на скорый поезд номер 30. Сообщение Москва. Новороссийск. Просим пассажиров занять свои места, а провожающих выйти из вагонов. Благодарим за внимание. Уважаемые пассажиры, заканчивается посадка на скорый поезд номер 30. Сообщение Москва. Новороссийск. Просим пассажиров занять свои места, а провожающих выйти из вагонов. Благодарим за внимание.
Прошу, объявляю минус готовности. Слева по поезду без замечаний. Сигналы остановки с перроны и поезда не подаются. Выходной Ч4 зеленый. Скорость 40. Графиком 8.27 отправляется. Нет, короче, я запутался. Так, слева и справа по поезду без замечаний. Сигналы остановки с перроны и поезда не подаются. 4 выходной зеленый. 6.27 отправляемся. Уважаемые пассажиры, скорый поезд номер 30 отправился с 4-го пути. Счастливого пути! Да, огромный. Работа.
Миша, Егор. Что? Ты когда-нибудь видел машинистом в Махачкалу на поезде? Очень зря. Там ты рядом с морем идут. Очень красиво. Ну, хорошо. Так, не знаю, где там съездил хотя бы. Не знаю, там вагоны. Вагоны съездил? Да нет, нет. Это очень плохо. Но съездил когда-нибудь. Ну, мост, конечно, съездил. Впереди мост. Мы-то это, по Батайской будем ехать, не в обход. Ага, там на ремонт, закрыть, это выходные люди. Ну и ладно, зато проедем мимо. Ага. Тормозу. Впереди желтый.
путепровод. Thank you.
Впереди платформа. Впереди путепровод. Впереди нейтральная вставка. Thank you.
Thank you.
тормозу. Рекуперацию сделаем, наверное. Много времени Отлетаю, что локомотив открыт.
такое, там, и то, я же гидрант, мы на этом сходим, и там, вот там вот сложно пройти, и перед его воровка уже со мной, сложно пройти. Впереди КТСМ. КТСМ впереди. Впереди платформа. Внимание! Впереди переезд. Thank you.
можно спокойно сидеть. Не, ну мы сделали грузину. Thank you.
Впереди мост. Впереди платформа. Впереди переезд. Сигнал. Впереди мост. Thank you.
нейтралка будет, наверное, следующая. Впереди нейтральная станция. Он на холостую ставку не закупил. Впереди мост. Впереди станция.
добро просто тормозить этот раз. Я думаю, что надо хорошо не тормозить. Thank you.
Надо его поправить. Впереди путепровод. Проба тормозов. Thank you.
впереди мост. Thank you.
данная приставка. Могли поехать вон туда, через всю машину. Ах, здесь без красота. Ага, ты многие стороны тут останавливаются. Ага. Надеюсь, скорость не тормозок, а то может быть уже пропускать что-то. Ага, это будет хорошо, если не остановишься. Thank you.
мост. Впереди платформа. Внимание! Впереди переезд. Thank you.
даже поднимал прям. Ну, я, конечно, не помню, как это сам называется.
которых я знаю, там до Краснодара один. Впереди станция.
Нет, это просто не Thank you.
Работу.
Вокзал.
платформа. Платформа. Ну все, вот и Краснодар. Ага.
Уважаемые пассажиры, 30-й поезд прибыл на первый путь. Стоянка 8 минут. Благодарим за внимание. Слушай, сейчас выйду. Там на станции куплю все быстренько. Короче, последи, чтобы в сумке было. Хорошо, послежу. Остановил правильно. Спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.